Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог, будет много интересного. А начнем мы его с вами с распаковки посылки с сайта Рандеву. Как всегда, все скидочки я оставлю под видео, скидку на промокод на скидку и все ссылочки. Я заказала классный набор. Набор парфюмерный, там парфюмы, много всего интересного. Долго выбирала, очень бюджетный. И мне уже не терпится потестировать. Поехали. Вот так выглядит упаковочка. И внутри здесь сам набор. Смотрите, какой он красивый. Такой на подарочек просто загляденье. Я читала, долго читала отзывы. Мне хотелось взять что-то бюджетное, что-то классное. Смотрите, какой он красивый. Raindrops. Да, если я правильно читаю. И на него прям очень-очень много отзывов на сайте Рандеву. Так что давайте тестировать. Скорее, он здесь еще, смотрите, как заклеен. Сейчас мы его с вами откроем. Аромат очень бюджетный, но прям вот, прям многие на сайте в отзывах воспевают ему оды. Так, давайте начнем с аромата. Вот такой вот флакончик. Здесь у нас с вами сколько миллилитров? 50 миллилитров. Как бы лаконичный такой красивенький флакончик. Давайте тестировать. Ой, какой он интересный. Слушайте, он с восточными нотками. А, класс. И тут свежие нотки. Ой, я такое очень люблю. Не прогадала. Долго выбирала, не прогадала. Свежие, акватические. И какие-то есть восточные нотки, пряные. Но они потом уходят. И остается... Мне что-то прям напоминает. Мне прям что-то напоминает из молодости. Вот если вы любите свежие ароматы, это однозначно прям ваша история. Прям вот 100%. О, какой он интересный, здесь есть и сладость. Слушайте, он по-любому будет стойким, но, по крайней мере, пока мне так кажется. Ой, супер, какой классный. Вообще мне очень нравится, не прогадала, прям очень нравится. Я буду носить еще дальше в процессе вам рассказывать. Так, дальше у нас здесь с вами такая коробочка прям плотная. Слушайте, такой набор на подарок вообще, это пудра для тела. По-русски у нас здесь нет ничего. Очень интересно, как это все дело выглядит. Давайте посмотрим. Смотрите, вот так. Пудра для тела, как здорово. Так. Ага, и такой же аромат. И он яркий от пудры. Слушайте, он яркий. Ой, супер. Вообще, мне безумно нравится. Так, это у нас лосьон. Наверное, да, лосьончик. Все запаяно. Здорово вообще, вот вроде бюджетный парфюм. Посмотрите, как классно делают. Так. Такой беленький. Увлажняющий. Да, и тот же аромат. И тоже очень насыщенный. Прям вот насыщенный, слушайте. И ручки так неплохо питают. Ой, супер, мне так нравится. У меня так давно не было таких ароматов свежих. Прям вот какую-то молодость навеяло, потому что раньше я любила только свежие ароматы. Сейчас я люблю все, а раньше только свежие ароматы. Так, и это у нас с вами гель для душа. Все в одном. Слушайте, набор вообще около 3000 стоит. А если там еще баллы у вас есть и накопительная система, то еще дешевле будет. Классный набор, просто вообще супер. Так, гель для душа. Ага, тоже так же пахнет. Супер, какой классный набор. Девчонки, любители свежих ароматов, обязательно обратите внимание. Парфюм вообще стоит, по-моему, 1000 с чем-то один, если я не ошибаюсь. А вот этот набор в районе 3. Красота. Я очень довольна. Будем дальше все с вами тестировать. Буду вам рассказывать, что к чему. Всегда крашу волосы с вами вместе в роликах, и все равно куча вопросов, что за цвет. Сейчас у меня уровень 8, корни уже отросли сантиметра на 3, то есть я уже такая темная, да, когда хвост особенно завязан. Я буду красить только корни, а потом в конце эмульгировать на всю длину. В 8 у меня почему-то краски не оказалось, хотя я думала, что она у меня есть. У меня 9 Point, краска Point. Вот так выглядит коробка. На Wildberries я покупаю. В коробке две вот таких упаковки. Одну мы израсходовали в прошлый раз. И по одному тюбику осталось. 9,61 и 9,1. Миксуем пополам. Но так как у меня уровень 8 и 9, я не совсем хочу. У меня еще есть для тонировки лежит
палетовская краска 1.0. И я ее совсем-совсем немножечко, прям вот пол сантиметрика тоже в замес добавлю. Окислитель у нас с вами шестерка, тоже поинтовский. Наводим. Сначала я перемешиваю все краски вместе с одним сантиметром 1.0. Потом добавляю окислитель. Крестюша! Хватит баловаться. Все, смесь готова на сухие волосы, по проборам. Кончики у меня, кстати, в масле. Вчера я прям их хорошо напитала, поэтому сильно не пожгутся. После резинки прекрасная волна на волосах, да? И по проборам буду наносить только на корни. И потом минут за 10, за 5 на всю длину промульгируем. И все. Нет смысла жечь всю длину. А так корни уже прям здоровые. Черные. Седые. Сантиметра, наверное, 3 точно. Поехали. Такая красота получается. В общем, хожу полчасика. Потом будем эмульгировать. Прошло полчаса, у меня такие черные корни. Будем эмульгировать. Таким образом это делаю. Я наклоняю голову над ванной, добавляю водички на корни и, грубо говоря, растираю краску на кончике. Буквально 5 минут, все, и смываем. Потом покажу вам результат. Вот такой цвет на мокрых волосах. Ну, он такой холодный, красивый, благородный. Но сантиметра, там даже меньше сантиметра было черной краски, было многовато, конечно. Но он нормальный. Он нормальный, он красивый, он мне нравится. Как бы все отлично, все здорово. Вот при естественном освещении вам показываю, но темноват. Темноват, надо было прям вот, знаете, вот столечко совсем. Я вот так добавила краски черные. На две штуки краски Point, да, и то, смотрите. Не, ну мне нравится, цвет очень красивый. Немножко, конечно, неверно вам камера передает. Такой холодный, красивый, корни отлично прокрасились, все замечательно. Красиво. Высохнет, будет еще лучше. Волосы высохли, в принципе, девчонки, то, что нужно. Нет, немного я добавила краски, высохли естественным путем. Кончики за 2 минуты привела в порядок с помощью расчески Faberlic. И цвет обалденный, равномерный. Слушайте, мне пора зарабатывать, мне кажется, сложными окрашиваниями. Как вы думаете? Все отлично, без желтизны. Красивый цвет. Благодаря вот этому добавлению 1 сантиметра черной краски в 9 уровень. Потому что 9 уровень, во-первых, мне не нравится, он для меня светловат. А во-вторых, 9 уровень на шестерке окислителя, у меня был шестерка, дает желтизну корней. Мне, лично, моим волосам. А так, все отлично, равномерный цвет. Все здорово, все замечательно, вообще красота. Я очень довольна. То, что я хотела, то и получила. Миксанула от души. Такой вот красивый цвет. Получился, в принципе, какой был, только освежили. Покрасили с вами корни, освежили кончики. Я буквально 3 минуты держала на кончиках, да, проэмульгированную краску, и все как бы равномерно, все отличненько. Что касается набора с рандеву, аромат очень интересный, на самом деле достойный. Вот как-то интересно его так сделали. Восточный аромат, хочется сказать, запихнули, нет. Восточный аромат с нотками свежести, вот этой легкости. Но могу сказать, уже несколько дней ношу, пользуюсь всеми средствами из набора. Аромат мощный. Несмотря на то, что он свежий, в каких-то моментах легкий, он в первые несколько часов он прям мощный. То есть он обволакивает, он окутывает вот этой своей восточностью. И благоухает для других больше свежестью, скажем вот так. У меня, когда мои зашли, я первый раз напшикалась, зашли домой, они как раз тренировки прошли, они, вау, чем это так вкусно, классно пахнет. Мне нравится. По гелю для душа потрясающий, классно кожу не сушит. Сразу после него использовала лосьон для тела, и могу сказать, что до вечера, утром принимала душ, до вечера я ощущала на теле запах лосьона, то есть достаточно стойкий по аромату, скажем так. Пудру, как использую пудру? Пудру решила использовать как дейзи, как антипреспирант. И тоже никаких нареканий. Уже несколько дней ношу как антипреспирант, и все отлично. Никакого запаха пота, никакой потливости и так далее. Ее можно использовать на любых участках тела, которые подвержены потливости. Я еще, знаете, хочу попробовать вместо сухого шампуня попробовать. Интересно будет, да? А, вот.
Хочу еще попробовать, как, ну, нам же тальк нужен при депиляции, да, электрической депиляции прибором. Вот тоже хочу попробовать. Я обычно без талька, без присыпки, без вот этого всего, но тоже на это она сгодится. Аромат не ярко выражен, но тем не менее, когда использовала как антипреспирант, то есть я его чувствую, и он такой вот, ну, достаточно деликатный, и вместо дейзика, слушайте, вообще супер. Я почитала для пудры для тела, она пропускает воздух, то есть кожа дышит, абсолютно она ничего не закупоривает, а мы знаем с вами, насколько вредны 99%, да, дейзиков и антипреспирантов, поэтому пока буду пользоваться в этом плане пудрой, мне очень понравилось, слушайте, сейчас, я не знаю, может быть, летом было бы маловато пудры, но вот сейчас, на осень, вообще отлично, то есть я отложила все дейзики и пользуюсь пока вот этой пудрой, на ручку немножко высыпала и распределила как бы по подмышечной впадине, скажем так, и все замечательно, все прекрасно. Да. Так, ну все, отзывы вам свои оставила. Ссылку на рандеву, промокод на скидку, ссылку на сам набор оставляю под видео. Проходите, смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.